Céline. Céline, что случилось? Артемис в порядке? Тетя Шима, не нужно волноваться, Артемис в порядке. Она спит в палате, я вас отведу. Давай, пойдем. Откуда ты это узнал? Ты уверен, что это Джабар Язиджи? Уверен. Просто я знаю его с Ташкананом. Он помог Эшдеру сбежать. Господа, этот человек Джабар Язиджи. Немедленно найдите адрес. Очень срочно, быстро. Найдите все, что связано с ним. Судимости, выезды, въезды. Хасан. Откуда ты узнал это имя? Послушай, ты же не сделал что-то неправильное. Я пытаюсь найти своего брата. Это преступление? Ну, конечно же, нет. Не вздумай совершать глупости. Не вздумай. Это мне решать. Не тебе. Мы нашли его адрес. Они могут скрывать Джана там. Мы сейчас же едем туда. Я тоже поеду, начальник. Я тоже поеду. Это будет неправильно. Так нельзя. Он и так испугался, наверное. Я хочу обнять его, когда его спасут. Я, правда, я не буду создавать вам проблем, правда, я буду делать все, что вы скажете. Хорошо. Артемис, я сейчас приеду. Дочка, Кадыр, это Шейма. Я сколько раз звонила, ты не отвечаешь. Наша дочь в больнице. Как это в больнице? Что с ней? Она в порядке? В порядке, слава богу, нет ничего серьезного, но ты должен немедленно приехать сюда. Дочка, не переживай, мы заберем твоего братика и приедем. Я еду в больницу, Артемис попала в больницу. Что с ней? Она в порядке? У них ничего серьезного, кажется, я совсем не понял, Шима плакала. Пусть выздоравливает, Кадир, обязательно позвони мне. Хорошо, вы тоже. Вы едете с нами, госпожа Гиппели? Да. Прошу вас. Я иду, сынок, иду. Госпожа Гюбери, я не могу разрешить вам подняться наверх. Вы подождете здесь. Почему же? Я ведь не помешаю вам. Я заберу своего сына и вернусь, прошу вас. Мама. Давай, позволь, пусть они делают свою работу. Я здесь. Хасан. Я буду здесь. Послушайте, одна группа на автостоянку, вторая группа на задний двор. Будьте внимательны, окружите со всех сторон. А вы пойдемте со мной. Начальник, комната справа, спереди. Хорошо. Полиция, откройте. Откройте дверь, полиция. Откройте дверь. Пусть никто не двигается. Разойдитесь, обыщите везде. Внутри никого нет, начальник. Вещи ребенка здесь, они ушли. Послушай, чтобы обыскали каждый миллиметр в этой комнате, мы нуждаемся даже в самой малейшей зацепке. Смотрите в оба. Как прикажешь, начальник. Господи, прошу. Прошу, верни нам Джана, прошу. Где Джан? Их нет. Но они здесь были и уже ушли. Пусть группа закончит обыск. Отсюда поедем участок. Нет, так нельзя. То есть... Нет, Джан наверняка наверху. Я знаю, Джан там. Мой сын там. Джан! Сынок! Госпожа! Ребята!
Оставьте, пусть своими глазами увидит. Джон, Джон, сынок, ты где? Где ты? Смотри, я пришла. Сынок, Джон, Джон, сыночек, скажи, что ты здесь. Где ты? Скажи, здесь мама. Госпожа, вам нельзя сюда заходить. Мама, мой Джон, сегодня мой день рождения. Ты родила меня. Если бы не было тебя, то и меня бы не было. И твоей любви в моем сердце не было бы. Я же каждый день теперь вижу твое лицо, когда просыпаюсь. Я благодарю Аллаха. Я говорю, хорошо, хорошо, что моя мама рядом со мной. Ты же так крепко обнимаешь меня. И я также вдыхаю твой запах. Так вот тогда я вовсе не хочу вырастать. Боюсь, ты потом не будешь брать меня в объятия. У меня вырастет борода, и ты не будешь называть меня мой сыночек, моя душа. Боюсь, ты не будешь читать мне книги по ночам, не будешь щекотать меня. Но я вырасти тоже хочу. Стать таким, как брат. И тогда я буду брать тебя за руку. Мы будем гулять вместе. Будем гулять, да, мама? Ты вытащил это из речки для меня. Ты вспомнил? Когда бы ты не расстраивался и не огорчался, возьми это в ладони и сожми крепко-крепко. Точно так же, как берешь на за руки. Ученица пришла. Урок начинается. Хорошо, что ты родила меня, мама. Хорошо, что я родился. Стал твоим сыном. И я клянусь тебе. Я вырасту и сделаю тебя счастливой навсегда. Я вычеркну все страдания, которые ты терпела. Но ты больше никогда не будешь плакать. И пусть это станет моим подарком для тебя, дорогая моя мама. Артемис Айден, какая палата? Вы ее родственник? Я ее отец. Секунду. На первом этаже, в палате 132. Первый этаж. Да, на этой стороне. Особенно дорогая, что случилось, расскажи же. О чем вы говорили, что Артемис пришла в такое состояние? То есть, тетя Шейма, Артемис плохо. Если хотите, вы поговорите с ней. Потому что в последнее время она нуждается в вас и дяде Кадире. Нуждается, конечно, нуждается. Еще как нуждается. Ладно, она сказала что-нибудь другое. Как там Артемис? Ну как же ей еще быть? Ее отца нигде нет, пока ты бегаешь за детьми чужих женщин. У нее произошел нервный срыв. Теперь она смогла привлечь твое внимание? Вы были рядом с ней? Да, дядя Кадир, я буду. Что случилось? Я и сама не поняла, она вдруг заплакала и начала задыхаться. Сын, дорогая, ты ни в чем не виновата. Это проблема, которую мы должны решить внутри семьи. Мы все еще семья или нет? Это вопрос, конечно. Пойдем, сынок.
Не беспокойтесь, мы если найдем что-то о Джабаре, то это расследуем. Нам всего лишь нужно несколько часов, чтобы все разузнать. А вы пока отдохните. Пожалуйста, сообщите нам даже самую малейшую информацию. Конечно. Мы обязательно будем на связи. Если с кем-то из вас попытаются связаться, позвоните мне сразу. Послушайте, это очень важно. Да, конечно, конечно. Ну тогда мы ждем вашего звонка. Спасибо вам. Мама, вы заходите. Я сейчас приду. Куда ты опять? Мам, нечего бояться. Заходите, я быстро вернусь. Давайте. Дочка, как ты единственная? Поговорим позже, папа. У меня правда сейчас нет сил. Хорошо. Пусть будет так, как ты хочешь. Сделаем так, как я хочу, папа? Ладно, почему я всегда слышу это, когда уже слишком поздно? Почему я всегда такая неудачница? Артемис, кто тебя так расстроил? Тебе разбили сердце? Что-то другое случилось? Расскажи мне. Все бросают меня. Я настолько противная. Почему все бросают меня? Моя дочь. Единственная. Я тебя люблю. Больше, чем себя. Я жизнь не отдам за тебя. Разве такое возможно? Никто тебя не бросает. Красавица. Кто тебя бросает? Скажи. Скажи, чтобы я поговорил с ним. Говори. Мама, я в ужасном состоянии. Мы оба любим тебя больше всего на этом свете. Что бы с нами ни случилось, это не изменится. Моя девочка. Мы тебя очень сильно любим. Не расстраивайся. Üzülme bir Откуда вы взяли? Где же он? Это ты скажешь, где Джан? Что вы сделали с моим сыном? Ты что, говоришь, невестка? Невестка!
Ты годами меня оскорбляла. А сейчас я стала тебе невесткой? Ты сейчас извиняешься передо мной? Я ничего не знаю. Ты пришла, и Эшдер украл моего ребенка. Ты помогала, ты? Клянусь, не я. Ты не знаешь? Твой отец не знает. Кто знает, тогда кто? Я клянусь, я не знаю. Знаешь. Знаешь. Мама, стой. Мама, стой. Мама, стой. Он еще маленький. Он еще должен был смеяться и веселиться. Он должен был играть. Почему вы забрали его? Почему вы забрали моего сына? Почему? Почему? Мой сын. Невестка, невестка, стой. Приведите мне моего сына. Не делай, невестка. Невестка, не делай. Его день рождения был. День рождения. Хватит. Сынок, сынок. Мам, пожалуйста, мама, успокойся. Невестка, хватит, приди в себя. Не делай, хватит уже. Мамочка. Мама. Мой дорогой сынок. Мой дорогой. Открой дверь. Почему мы приехали сюда? Будем каким делать? Ты сбежал, да? Просто брат Кадир должен был меня найти, а ты сбежал. А ну, замолчи. Иди сюда. Молчи. А ну шагай. Мама, мама. Ты не сможешь убежать. Моя мама меня найдет. Отпусти. Помогите. Помогите. Хасан? Я сейчас очень счастлива. Где ты был? Я тебе звонила, а ты не отвечал. Не спрашивай, у нас другая беда. Я увижу Артемису, уйду. А ты знаешь, что случилось? Ничего серьезного, она сейчас в порядке. Какой-то срыв у нее. Ей дали успокоительное, а она палец. Какой сейчас срыв? Что случилось? У нее были проблемы, я решила ее отвлечь. А когда мы говорили, она начала глупить, я не знаю, что дать до этого. Да что за глупости? Минуту. Ты кто? Я Хасан. А ты кто? Я Дорук. Я парень Артемис. Если бы у нее был парень, я бы знал. А она бы не скрыла от меня. Бывший парень. Бывший или новый? У меня нет времени, чтобы ругаться. Я увижу. Ты меня не знаешь. Я не знаю тебя. Меня знают те, кто хотят. Кадир. Кадир. Адвокат здесь? Они рядом. Там с врачами. Хорошо.
Только вот глаза моргают. Видно, что не спишь. Добро. Мы же сели. Рассказывай. Ты кульвакан? Нет, ничего. Ну, тебя, которую я знаю. Если будет какая-то проблема, будет быстро разговаривать. Будет дергать того, кто с ней рядом. А потом пару слов скажет и уложит нокаут. Это тебе не про что. Это не такое дело, Хасан. Не время, не место. Девочка. Ты не видел меня, кажется. Я не тот, кто будет у двери стоять. Я Хасан. Я пришел сюда ради тебя. Мне плохо. Я хочу, чтобы мы излечили раны друг друга. Но ты меня отталкиваешь. Хасан. Что-то неправильно пошло. Мы подумали, что поняли друг друга. Но это не имеет значения. Ты уйди. У меня будут проблемы, а не излечение. У меня за дверями есть друзья, они тебе помогут. Но ты все-таки поступила, как должна была. Ты хорошо рассказала. Но я не услышал. Ну да ладно. Ты поправляйся. Потом решишь. Уверяю тебя, Аллах. Я пошел. Я тоже пойду с тобой. Ты что здесь делаешь? Что скажешь? Госпожа Шима, спокойно. Смотри сюда. Главное, чтобы папа не увидел тебя здесь. Я не удержу Кадира. Я тебе последний раз говорю. Держись подальше от моей дочери. Ты не будешь с ней видеться. Скорейшего выздоровления. Артемис настолько дорога тебе. Веснушка, мой товарищ. Самая умная девушка, которую я знаю. Никто не может меня понять, как она. Даже если мы не будем говорить, просто будем стоять рядышком, все равно поймем друг друга. Не знала, что вы настолько близки. Вот такие у меня чувства. Ты уходишь? Да, я поеду домой. Слишком поздно. Ты что будешь делать домой? Нет, у нас семейная проблема. Мне надо решить. Что? Что случилось? Не расскажешь? Сколько раз спасал меня, помог мне. Хотя бы послушай твою проблему. Селин, я не буду углубляться в детали. Над нашей головой нависла беда. Младшего брата похитили. Мне надо найти его. Ладно. Если я что-нибудь могу сделать. Нет. Достаточно того, что ты беспокоишься. Спасибо.
Алло. Алло. Алло, кто вы? Алло, кем вы? Алло. Испугалась Гюльбери. Где мой сын? Где мой сын? Отдай мне моего сына. Не кричи. Убавь свой тон. Иначе не посмотрю, что он мой племянник и прикончу Джана. Все понятно. Ладно. Твой мир потемнел? Устала, Гюльбери? Сгорела в пламени? Каково это потерять того, кого любишь? Прошу, умоляю, верни мне моего сына. Отпусти его. Ты много плакал. Послушай, Эштер, он твоей крови и плоти. Он доверен тебе твоим братом. Даже если не жалеешь меня, то сжалься над памятью своего брата. Прошу, отпусти его. От тебя зависит. Ладно, я сделаю все, что ты захочешь. Не трогай его. Прошу, отдай его. Ты будешь слушаться, Гюльбери. Полиция. Этому адвокату, возомнившему себя непонятно что, особенно этому Хасану, никому ничего, говоря, придешь на адрес, который я тебе дам. Ладно, где Джан? Рядом со мной. Чем бы он ни угрожал, ни за что не решайте все сами. И не действуйте, пока не сообщите мне. Это очень важно для Джана. Гюльбери. Ладно. Как знаешь. Если ты не придешь и не сдашься мне, если не сделаешь все, что я хочу, я порежу Джана на кусочки и отдам на корм птицам и зверям. Нет, не смей. Ни за что, пожалуйста, я сделаю все, что ты хочешь. Прошу, не трогай моего сына. Приготовься за 2 часа. Надень свою самую красивую одежду. Нарядись для меня, Гюльбери. Я воссоединюсь с тобой. Жёнушка. Алло. 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 Слушаю, госпожа Гюльбери. Брат Зия. У меня больше нет сил терпеть. Есть какие-нибудь новости? Есть какая-нибудь зацепка? К сожалению, мы все еще ищем. Ладно, спасибо. Господи, прошу тебя, помоги. Прошу, дай воссоединение мне с моим ребенком. Есть хорошие новости? Нет, брат. Ну как? Они нашли его адрес. Полиция пошла и прочесала все там. Они сбежали из дома до того, как мы приехали. Мы вернулись с пустыми руками. Я и хотел спросить тебя. Ты говоришь, что оповестишь всех в округе. Есть что-нибудь? Его разыскивают со всех сторон. Есть парочку осведомленных товарищей. Я их тоже оповестил. Мы найдем. Дай Бог. Дай Бог. Ну, давай же. Давай, прошу. Господи. Алло. 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 Готова к своему самому счастливому дню, Гюльбери? Да. До воссоединения осталось совсем мало. А теперь выйди из дома и по порядку делай то, что я скажу.
Слушай, Катя, что вы сделали? Я переживал как-то. Так же. Ты? Тоже так же. Я рядом с оптимистом, не смог уйти отсюда. Есть какие-то успехи? Нет. Господин, я сказал ждать дома. Как Артемис? Как Артемис спит? Хорошо спит? Проснется, отвезу домой. Где ты? Я тут. Мне послышались звуки, будто ты на улице. Ты куда-то идешь? Я вышла во двор немного воздухом подышать. Спасибо, что позвонила. Еще раз жаль, чтобы все осталось позади. Хорошо. Я отвезу домой, Артемис. Приеду к вам. Хорошо. Как? Вставай, мы уходим. Идешь. Что случилось? Ну, ладно. Я это сейчас узнал. Ваши еще не знают. Пришел заказ на паспорта. Для отца, сына и матери. Как это? Полиция преследует. Вот глупец. Брат, это ты же теперь хочешь провести Джана через границу. Паспорта в загородном доме, туда они выезжают. У меня есть адрес. Хорошо, тогда сейчас же поедем. Давай. Возьми. Так, правильно. Дядя! 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 Что такое? Чего ты кричишь? Я хочу писать. Очень хочется. Пойдем. Пусть дядя мне ответит. Дяди нет, он ушел. Либо пойдем, либо писай в штаны. Ты разве не закрыешь дверь? Боже ты мой.
Джан. Что случилось? Унитаз упал. Эй. Джан. Джан. Проклятие. Я пришла туда, куда ты говорил. Я вижу. Ты прекрасна. Хорошо, что ты сейчас делаешь. Поднимайся по лестнице. Джан. Джан, сынок. Не бойся, Гиппин. Как всегда. Где Джан? Ты очень им интересуешься. Не играй со мной, что? Хватит, ты сказал, что Джан с тобой. Разве можно рядом с ребенком? Гюльпери. Джан! Джан! Я сейчас поймаю и устрою тебе. Сюда иди. Джан. Джан. Джан! Розовый нос.
Ты соскучился по Джану? Я вас разлучила. Я очень сильно соскучилась по нему. У меня в носу его запах. А в ушах его голос. Как он зовет меня? Ах, Джана. Глупая бедрия. А розовый нос? А розовый нос? Тетя, розовый нос умер, тетя! Он умер, умер. Розовый нос умер. Джан. Ты что, умер? Умер? Джан. Ты умер? Ты в порядке? Ты в порядке, сынок? Скажи что-нибудь, Джан, ты умер? Подай голос. Джан. Джан, скажи что-нибудь. Мы так не договаривались. Я заберу Джана. Сначала я его бери. Сначала я. Сколько лет я живу, тоскую по тебе. Потом все будет просто. Мы будем семьей. И Джан с нами. И Бедрия, и Хасан. Все они будут с нами. Ежели нельзя... Эшдер, я отказываюсь, скажешь, тогда вон пошла. Но не забывай вот что. Судьба Джана в моих руках. Если ты не будешь моей, Джан умрет. Достанется земле. Yeah.